Итак, всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гея. Сегодня мы играем в финалочку на Сиромир Ролеплей, 4-й сир. И сегодня буду покупать свой первый бизнес, пацаны, за 4 миллиона, автомойка. Купить, в принципе. Так, пишем тайм, точнее, C060 пишем. Мой, пацаны, самый первый бизнес, это автомойка в Арзамасе за 4 миллиона. Да, теперь это, короче, мой бизнес, как там, Бусинес, по-моему, если я не ошибаюсь, надо писать. Так, хвостка, стоимость продуктов, количество продуктов 7000 из 500. Это как? Так, цена услуг 1500, район неданных, Арзамас, аренда помещения, тип аренды полная. Так, открыть бизнес, оценить цену за услугу. Давайте я поставлю косарь, в принципе, я не жадный, поэтому заказать продукты, отметить мне заказ, финансовая статистика. Закрыть финансовая статистика вашего бизнеса еще не сформирована. Окей. Но он писал 30-40 тысяч, поэтому я думаю, это довольно-таки неплохо. И да, забыл напомнить вам, что вы вводили мой промокод обязательно. Пишем MN, 10-й пункт, промокод, пишите промокод KGAME. И как только вы тратите 7 часов, вы получите 50 тысяч, поэтому используйте. Сейчас я пойду на разомашину и тогда уже продолжим, покажу вообще, для чего нужна мойка и объясню. Так, сейчас мы ждем таксиста, я посмотрел улучшение, здесь можно купить понижение налоговой обложения. Типа, так, дополнительный склад для продуктов, рекламная кампания. Но я не знаю, это вообще мне нужно или нет, потому что я хз. Дополнительно, так, 15 тысяч купить. А, надо получить. Я не знаю, есть смысл ли в этом вообще, дополнительный склад для продуктов. Ну, давайте тоже купим. И, типа, можно рекламная кампания. Я не знаю, в этом есть смысл или нет вообще. И давайте поставим, ладно, хрен с ним. Я полностью, короче, улучшил бизнес, пацаны. Я не знаю, пишите в комментариях. Может, скорее всего, я лоханул с этим бизнесом, потому что я никогда не владел бизнесом. Тебе не надоело? Я просто в шоке, серьезно. Что за бред? Какой он даун просто? Зачем меня вязать постоянно? Такой бред просто. Приехал, меня связал и все. Ну реально, блин, патруль одному запрещен, и он тем более своей машины меня ловит. Ну да, вот так вот, пацаны, я купил бизнес, называется. Охуенно просто. Заебал, этот мусор целый день за мной гоняется. Что я ему сделал, я не понимаю просто. Он мне взял, выдал 6 звезд, то что типа я уехал там, пас Фоди, другого ютубера. Он мне 6 звезд сразу въебал, и целый день за мной гоняется. Так, все, я починил тачку, и сейчас я хочу сыграть на миллион. Блин, кстати, как они туда заехали? Ладно, все, пусть здесь тачка стоит, надеюсь, ее обратно не украдут, потому что я туда забыл закрыть, ее разбили. Так, на лям сейчас сыграем просто, и все. Так, сейчас будет x3, пацаны. 7, 11, 10. Все, я проебал, да и пиздец. Просто пиздец. Так, давайте уже проебывать так проебывать. Так, на 500 тысяч с кем-то сейчас рубанем. Пизда, минус 500 тысяч. Все, я слил, пацаны, у меня осталось 10 тысяч и все. Я ебал просто это казино, на самом деле, да. Я хотя здесь много денег поднял, около 10 миллионов я здесь поднял. Давайте я сначала покажу дорогу к этой автомойке. Вот этот мостик перед спауном, вот, короче, вот этот мост. Вот спаун, здесь мост, короче, вот сюда поворачивать, в принципе. И едете там до середины, как, ну, грубо говоря, до середины вот едете. И здесь есть автомойка. Сейчас объясню, когда приедем, для чего эта автомойка вообще нужна. Так, вот, это мой бизнес, в принципе, я поставил 1000, это очень мало, в остальных больше намного. Итак, давайте я заеду, просто встану. Смотрите, здесь есть вот такая шкала. Шкала, насколько чистая ваша машина, короче. И если она будет полная, и вы будете не будете мыть машину, то износ будет на вашей машине, и потом износ очень дорого убирать. Износ это вот такая вот тема, в принципе. Давайте я покажу. Документ на транспорт. Вот 3%, поэтому его будет очень дорого чинить, поэтому лучше вам мыть машину. Просто подъезжаете, нажимаете вот так вот. Да, за косарик, в принципе, это недорого, и просто ваша машина моется. Вот эта шкала сейчас будет пропадать, смотрите. Не знаю, будет ли этот бизнес мне нести хорошую прибыль или нет. Надеюсь, что да, потому что, блин, я потратил 4 миллиона, у меня осталось всего лишь 200 тысяч, и больше денег у меня нету. Итак, за бизнес я заплатил, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну и всем пока-пока. I said, man, I'm alright, little did I know I'd be crying.